Сегодня мы приготовим сосиски в тесте. Они готовятся очень быстро и получается очень дешево и сердито. Нам понадобится лаваш тонкий, 8 сосисок, сыр слайсами тоже 8 штук, 3 яйца и кунжут. Нам нужно нарезать лаваш. Для этого мы берем сосиску, кладем ее на лаваш, чтобы примерить, какой толщины нам нужен лист, и отрезаем. Разбиваем в удобную тарелку 3 яйца. И будем их взбивать без добавления соли и перца. Просто взбиваем. Кладем сосиски на сухую сковородку, разогретую. И будем их подрумянивать со всех сторон. Вот так вот мы обжариваем наши сосиски со всех сторон. На противень стелим пергамент и смазываем его растительным маслом. Берем лаваш, кладем на него кусочек сыра, берем нашу сосиску обжаренную и сворачиваем. Все рулетиком. Обмакиваем в яйце нашу сосисочку в лаваше и укладываем на противень. Сверху наши сосиски посыпаем кунжутом. И ставим в разогретую духовку до 200 градусов. Наши сосиски примерно на 10-15 минут, в зависимости от того, какая у вас духовка.